Ты не выключай камеру, сейчас будет крутой контент. Не, выключай. Ты не дави на нее, пускай живет своей жизнью. Перегородка в носу бывает. Я тебе еще сломаю. Всем привет, жара продолжается. Сегодня дискотека 90-х, а у нас гость из 90-х, Мага Салам. Ну да, я человек из 90-х, родился в 93-м, что надо? У нас вчера была первая проба записать программу. А не спросишь, как у меня дела? Мага, ага. Как дела? Лучше, чем было, хуже, чем... А, нет, норма, нормально. Поиграем. Давай. У Маги сейчас есть возможность выиграть Fire Stick от Картина ТВ. И еще один презентик от нашего партнера, но все по ходу дела. Девушка? Да, нет. Переходим к представлению девушки. Это Гуля, наш секундомер. Маги, по правилам игры нужно будет ответить на 4 вопроса за 5 секунд. Как только 5 секунд иссякает, Мага получает подзатыльник. Гуля, продемонстрируй. Как тебе? Нужно посильнее. Это не подзатыльник, это было... Опа, о! Вот это нормально. А что, все это выключили, что ли? Назови 4 способа открыть фестиваль «Жара», который начинается с фразы «А сейчас?» А сейчас я здесь. А сейчас как ваши дела? А сейчас я... Мага, назови 4 способа сказать певцу, что он не умеет петь. Хватит, хватит! Ты кто вообще? Ты здесь? Ты уйди лучше, оставь, эта песня не твоя, пускай тот и поет, кто ее написал. Ты же Тимати. Тимати? Ты читай рэп, зачем поешь? Назови 4 способа отшить некрасивую девушку в боку. В боку? У меня есть девушка. Так. У меня есть жена. Так. У меня есть жена и девушка. Подожди, это уже третья. Это одна настырная пока, подожди, я с одной общаюсь, пока не отвлекаю. Покажи 4 способа спеть песню, если забыл слово. Или взять микрофон и так в зал, понял? Типа, теперь вы, или потом еще... Блин, и... А теперь все вместе, да. Вот привет, Стас Михайлов, представил. Назови 4 способа. Ага. Подоить осетра. Подоить осетра? Осетра, рыба. Эй, братишка, есть позвонить? Мелочь есть? А нет, икорки есть? У тебя что такая шкура блестящая? Смотри, ты правильно ответил на вопрос и получаешь вот такой подарок от наших партнеров компании «Акватир». Серьезно? Бам, это черная икра, доставай. Смотри, это белужья. Самая крупная. Только не жонглируй. Серьезно, это мне? Тебе. Придумай 4 названия новым песням Бузовой. Книга, откройся, откройся. Я иду шаг за шагом, вдох-выдох, и белый цвет — это белый цвет. Успел? Чего-то мало подзатыльников. Вот. Хорошо. Мага, назови 4 волшебных заклинания на музыкальный успех. Хоть бы Лепс первый повернулся, а? Понимаешь? Это музыкальный успех. Смак, покажи 4 способа, как можно смотреть картину ТВ. Вот так. Так. Вот так. Потом, ничего себе. И типа, повтор, что ли? А, ну это же эксклюзив. Мага, игра закончилась, ты победил, и ты выиграл стик от картины ТВ. Смотри, какая крутая штука, очень удобно это в дороге. Мне? Это тебе. Можешь смотреть так, как только что показывал. Буду есть и смотреть теперь, понятно? Есть и смотреть. Все, окей. Продаю. Что-нибудь.